Посмотрите, где сидит это существо. Здравствуйте, ребятки! Это, если что, наш туалет, вот там вот. И вот он залез и лазит в мою этой мини-мусорку, или как она называется. А я думаю, что такое за грохот у нас? Ты теперь делаешь вид, что это вообще не ты был, да? Руф! Паразит. Так, в это время вторая мадам, вот у нас где, в ванной. Смотрите, сколько они грязи принесли на своих ногах. Да, Шанель, давай, конечно, пожри еще шланг от душа у нас, что? Вкусно? Эй! Эй! Шанель! Да-да, я к тебе обращаюсь. Мастер вообще, мастер прикидывания глухой. Ну ты видела? Эй! Эй, эй, девица! Покиньте! Покиньте ванную! Немедленно! Ну, вот, посмотрите, какие следы остались черные от этого всего, вот от этих лап. Мы сильно наследили! Вот только не надо сейчас крайних искать! Он где-то лазил сначала. На балконе, наверное? Откуда вы еще притащили столько? Да, Руф-Руф, на балконе лазил ты? М? Нет, это не сдается, вы гляньте на нее. Шанюня! Шанюнь! Да, о, там рукавичка висит. О, очень хочется ее сразу получить, да? Но нет, это не тебе. Ну все, после вас убираться, значит, точно надо. Я, конечно, это как бы и так планировала, но, блин. Вот, вот так вот выглядит вся эта композиция в целом. Да, давайте. Попейте еще и сливу. Ну давайте, что? Шутить задумал? Этот сейчас будет шланг, наверное, от душа грызть стандартно. Так, лапы вытираем, прежде чем идти. Все, 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 все. Вот кто из вас первый начал, а? Так, все, лапы вытираем и вылазим, все.